Поздравления с 55-летием Народного театра молодежи принимает организатор, бессменный руководитель, член Союза театральных деятелей России, заслуженный работник культуры Юрий Федорович Токарев. Сегодня почти все уголки зала и сцены утопают в цветах и овациях. Его чествуют депутаты, актеры и выпускники прошлых лет. И тот не человек, и сердце в том мертво, кто жил и для людей не сделал ничего. А Юрий Федорович для города очень много сделал. В работе требовательный, настоящий щукинец, стопроцентный. Но он как капитан на мостике корабля стоит, за всем следит, все видит, все замечает. Каждому свое указание дает, если что-нибудь не так. Так что он очень-очень мудрый руководитель. А сколько ребят вышло из этой школы токаревской? Сколько тут птенчиков повылетало? Мы настолько погружены были этим театром, нам казалось, что на свете больше ничего нет интереснее, чем общаться вот с таким коллективом, как у Юрия Федоровича. Вечный щукинец соединил Москву и Кунгур. В середине 60-х молодая супружеская пара Токаревых приехала в наш город, в котором на тот момент было рано ставить пьесы Шекспира, Мольера и Достоевского. Я перестрою. Это в двух словах и сейчас, это мне надо было башкой своей подумать, что я делаю, как, а что я им дал вот таким людям, да? И я нашел работу, она называлась «Два цвета». Это как раз про то, что вот в городе там тоже пьянка, драки, хулиганка. То есть если люди пришли, они бы себя увидели. Вот на это я рассчитывал. Воспитатели человеческих душ, супруги Токаревы шли по жизни с одним желанием – помочь встать молодому поколению на ноги, вырасти духовно и творчески. Какой раскол в стране! Какая грусть в кипении веселом! Знать от того, как хочется и мне, задрав штаны, бежать за комсомолом! Вот так и бежали вслед сначала за комсомолом, агитбригадчиками и перестройкой, сохраняя старые добрые традиции. Юрием Федоровичем поставлено около 100 спектаклей. Для многих театральных воспитанников он стал главным учителем в жизни. Самое главное, Юрий Федорович, что вы никогда не теряете оптимизма и нас заряжаете уверенным, хорошим настроением. Я вам желаю творческих успехов, благодарных воспитанников и несмолкаемые аплодисменты этого зала.